музыкальный аппарат, такая колоночка корпорации Pioneer, состоящая из двух частей: Pioneer XD-Z54T, состоящий из усилителя мощности пятиполосного эквалайзера на левый и на правый канал, двухкассетной деки с реверсами, и, значит, CD-проигрыватель, диск 1, диск 2 и стереотюнер Pioneer FZ94L. Вот, значит, производство — это Япония, о чем говорит нам вот эта шильда Made in Japan, серийный номер вот такой. Сопротивление акустики от 8 до 16 Ом, выход 1. Есть на борту встроенный фонокорректор типа MM. Вот тюнер, значит, подсоединяется по шине. Можно использовать отдельно, только надо питание переделать. Значит, есть у него еще какая-то приблуда. Выход на питание 12 вольт. Видать, какой-то был проигрыватель винила. Это все с Финляндии. Значит, аппарат с пультом. Такой вот пультик был. Значит, это все работает. Усилитель, фонокорректор. Проверял эквалайзер. Тюнер. Тюнер он пишет. Программируется. Сейчас стоят там часы. 15.04. Вот, да. Значит, можно программировать. Он будет включаться по записи на запись. Имеет функцию Sleep. 30-60-90. Отключается все. Значит, деке нужна профилактика. Даже вот пыль финская, головки в идеальном состоянии. Не пользовался. И CD, соответственно, он тоже что-то не читает. Так вот включается. Вот выброс CD, все выбрасывается. Но не поет. Вот. Там загорелось у нас 100.5. Тюнер с пульта. Сейчас у нас стоит CD. Послушаем мы радио. Вот у нас радиостанция. Он автоматически сразу переключится. Тюнер. Вот, 90.1 поставил, чтобы не банили. Это радио Эрмитаж, принимает в стерео, прекрасно. 36 памяти станций в пресетах. Автоматическая, ручная настройка на станции. Как сказал, тюнер, тейп, CD, и, как говорится, можно, я его сейчас сторонний запустил, вход AUX называется он, мы ему поставим сейчас. Моторизованно управляется с пульта. Yeah.
еще тут старт-сет, что-то я не стал разбираться. Surround. В общем, все тут круто. Профилактику, конечно, можно сделать, только Сергей Юрьевич сказал, такой гроб ко мне не таскай, места нет. Поэтому делать я не буду. Будет без профилактики предлагаться как усилитель, эквалайзер и тюнер. Вот, с пультиком. На этом, пожалуй, все. Поет душевно. Станции с пульта, вот они переключаются. Забанят. Ну ладно, поставим 90.1. Значит, радио у него в FM принимает от 87,5 до 108 мегагерц. Стереодекодер работает. Вот такие дела. На этом все. Спасибо. Goodbye. И часики. Чик. 15.10. 15.11 уже.